Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Камелот Джи. МиГ-31. Конструкторское бюро Микояна Игуревича закончило производство большого двухмоторного сверхзвукового самолета. И уже в 1975 году, в сентябре, свершился его первый полет. В 1982 году его приняли в военно-воздушные силы СССР на вооружение. Скорость МиГ-31 может достигать 2,83 чисел Маха. Это порядка 3050 км в час. Уникальной его особенностью является то, что он в состоянии развивать сверхзвуковую скорость и летать на ней даже невысоко над землей. Летчики, преподававшие нам в институте, рассказывали, что если МиГ-31 идет на форсаже на сверхзвуковой скорости низко над позициями противника, то личный состав в окопах получает контузию, так что ему требуется госпитализация. Годы идут. А МиГ-31 продолжает верой и правдой служить воздушно-космическим силам России. Эта машина одна из лучших представителей своего класса и по праву находится в рейтинге с самыми лучшими и самыми быстрыми самолетами в мире. В сети появилось видео, снятое из кабины высотного перехватчика воздушно-космических сил России МиГ-31. Истребитель сопровождал стратегический ракетоносец 195МС во время полета в международном воздушном пространстве. На каком-то этапе полета к группе присоединился истребитель F-16 НАТО. МиГ немедленно приблизился к иностранному самолету. Российский пилот дружески поприветствовал коллегу, помахав ему рукой и показав большой палец вверх. Тот на всякий случай отвернул. МиГ-31 контролирует соблюдение установленной Минздравом безопасной дистанции и наличие маски у пилота, написал в комментарии пользователь Fighter Bomber. Классно подлетел. Играючи. Как к стоячему. Восхитился зритель с ником Гагик Акраян. МиГ-31 один из самых быстрых самолетов на планете, предназначенный для перехвата стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет. Negotiations breaking down. See
Он может разгоняться более чем до 3000 километров в час. При этом максимальная скорость F-16 на 400 км в час меньше. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом все. С вами был я, Камелот Джи. Хороших боев, хороших союзников. Не теряйте веры, друзья, и помните, то, что вы делаете во времена величайших испытаний, может быть вашим величайшим триумфом. Пока. Собираемся жить. Если снова над миром ветром небо вспыхнет огнем, вы нам только шепните, мы на помощь придем. Если вы нам только шепните.